Звук «а» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Люди с буквой «г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Значение буквы «а» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Значение имени говорит о том, что если вдруг представилась выгодная возможность, не стоит ее игнорировать, а надо воспользоваться случаем, который принесет успех и благополучие. Если в этот момент эти люди увидят комбинацию двоек, это значит, что они смогут полностью насладиться процессом, и удачу уже сложно будет чем-то отпугнуть. Высокая чувствительность приводит к сильным переживаниям по поводу неудач в карьере и личных отношениях. Звук «г» прямо направлен на экстрасенсорные способности. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Владельцы этого имени всегда готовы помочь, но иногда бывают капризны. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Люди с буквы «М» стараются сами везде побывать и везде все попробовать. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. У обладателя согласной «Л» в имени тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. Люди с этим именем любят создавать и разрабатывать системы, программы, различные проекты. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Звук «г» у владельца этого имени не создает сложности восприятия имени, поэтому этот человек склонен зазнаваться. Размышление, обдумывание перед началом дела, ориентация на семью, готовность помочь, иногда капризность – вот истина этого имени. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Звук «Л» дает людям любовь ко всему красивому, они верны в любви и способны вызвать к себе расположение. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.